Всем добрый день, рад видеть вас на своем канале. Сегодня хочу рассказать про установку коленвала в мотоцикл Урал. Вот у нас имеется 50, так, я параллельно два двигателя собираю, один от мотоцикла Урал с водяным охлаждением, но на него, как я уже говорил, закончили запчасти. Вот, для своего мотовездехода, который будет трехколесный, вот, и надо собрать двигатель. Этот двигатель будет К750. Часть я уже начал устанавливать, новые подшипники поставил. Распредвал установил, толкатели. Вот. И теперь, как устанавливается коленвал. Коленвал у меня он заварен, его провернуло, обварили. Вот не сварка. Отцентровали его в токарном станке и обварили. Сейчас надо маслоуловитель закрутить и вал установить. Как его установить? Можно очень долго мучиться, если не знаю, как это делать. Я покажу простой способ. Если можно обратить внимание, что цилиндры мотоцикла, они совмещены. Покажи сверху. Один, то есть, они не друг напротив друга. Не по... вот. Соответственно, то же самое и с коленвалом. Да? Левый цилиндр, правый цилиндр. И с коленвалом. У коленвала есть левый шатун, есть правый шатун. Ну что логично. Если потому что шатуны будут друг напротив друга, без смещения, то он не будет работать, коленвал. Как его установить? Все легко и просто. Берем за шатун, за коленвал, шатуны опускаются вниз, чтобы шпоночный паз был вверху. И в таком положении опускаем коленвал в блок. Опустили его, и теперь остается только шатуны развести. Коленвал на своем месте. Все делается легко и просто. Также легко и просто он вытаскивается. Все. Если не знаю, если шпоночный паз не вверх делать, а как-то по-другому, вы намучитесь и не вставите. Вот легкая и простая установка. Шпоночный паз вверху, шатуны внизу. В таком положении опускаем коленчатый вал и разводим шатуны. Подшипник погреем, коленвал под своим весом сядет туда. Бить ничего не надо. Просто немножко обоим подшипника погреем, он под своим весом садится туда. И так же легко просто оно вытаскивается. Всем спасибо, кто смотрел.